Привет всем, с вами я Вика. Лечу в Индию, в Дели, лечу Эмиратами. Ну и перед полетом быстренько покажу, чтобы отдельно видео не делать. Я была в Centurion Lounge и вот зашла потом в лаунж от французских авиалиний. И здесь меньше народу, здесь еда нормальная. Ну, мало еды, но нормальная. Очень хороший чай, очень хороший выбор. И очень мало народу было. Потом немножко пришли люди. Рекомендую сюда зайти. Вот. Мне понравилось, тихо было, можно было посидеть, вот, место было, никто не над душой не стоял, не сидел, не орал, вот, рекомендую этот лаунж. И хочу показать в этом видео, чем кормили в Эмиратах. Я летела из Хьюстона в Дели, пересадку делала в Дубае. Смотрите, сколько места много в этом самолете, мне очень нравится. И мне повезло, около меня никого не было. Вообще мало народу было там. Эх, я так рада, что детей маленьких не было, не плакали. Дали косметичку, там носки. Я одела, так удобно было. Потом там зубная паста и зубная щетка была, и маска для глаз, чтобы спать. Вот, и хочу показать, как телевизор там, телевизор. Ну, короче, этот пульт, он снимался, и можно там себе на пульте сразу видно, что ты делаешь. Короче, смотрите, как пусто в этом было. Единственное, что самолеты какие-то уже старенькие были, немножко затертые, потертые. Короче, какие-то, я не знаю, я летала Катарами, там самолеты новые были. Так классно было, все чисто. Так вот, первая еда это grilled chicken с сыром, салат, ну такое. Я там поклевала его, покушала, кушать можно. Но он без соли, без ничего. Ну, соль давали, там был пакетик. Вот это пирожное хорошее было. Вот, курица тоже была окей, но там еще дали вот такой. Ну, а вот этот тортик, яблоко и с какими-то ягодами, ежевика, что ли. Крем-чиз дали с булочкой. Я съела масло. Там еще какие-то печеньки, палочки были. И вот это снэк тоже. Я попросила еще соку себе. Водичку дали. Голодными не останетесь. Вот. Кушать можно, но я не знаю. Ой, мяса много было. Вот мясо такой хороший, большой кусок был. Но еда, я не знаю. Мне не зашла эта еда. У меня после каждого приема пищи жестко болел это изжога, жутчайшая изжога была. Я столько таблеток этой изжоги выпила, вот и с эти, ну, за этот перелет. Просто вот покушала, и через 2-3 часа жуткая изжога. Просто прям, ну не знаю, ну хоть на стену лезь. У меня такого вообще не бывает. Видите, не очень еда, не очень. Такое. Но это в Хьюстоне, наверное, готовили. Вылетали с Хьюстона, не знаю. Не знаю, как у них там работает. Вот этот тортик вкусненький был, он там взбитые сливки, что ли, вот, и ягода, и вкусно было. Вот это печенька наверху, я такое не очень люблю, но вот это вкусно было. Вот. Ну, говорю, голодным не останься, но смотрите, сколько я рис этот или что там, это все оставила, это не ела, мясо съела и все. Ой, булочку съела с крем-чизом. Ну, вот этот тортик довольно вкусный был. Я не знаю, я хорошо, что у меня лаунж, в доступ лаунж есть, и я покушала, потому что вылетели, я ничего не ела в тот день, когда выехали, вот, в аэропорт. В лаунже чуть-чуть поела, немножко. Вот, но почему-то все в дороге много едят. Видите, хороший тортик был, хороший. Да. Вот, не понравилась эта еда. Не то. А вот эта штука клевая была. Ну, говорю, после этого тоже вот это еще. А, еще маленькую шоколадку дали. Молочный шоколад. Вот это что-то типа с медом. Ну, похрустеть. Вот, похрустеть. Я покушала, вкусно было. Вкусно было. Но, говорю, потом была изжога. Я не знаю, что и после чего именно была изжога. Или это. Или курица. Или понятия не имею. Ну, жутко было. Жутко. У меня такого вообще. Вот это завтрак. Завтрак довольно неплохой был. Яйцо, какая-то зелень, колбаска, картошки немножко.
Сыр там еще был. Вот это мне понравилось. Салатик хороший был. И другой салатик с сыром, ну, чуть-чуть там поела, такое, такое. Вот, потом йогурт был. Короче, кормили много. Еды было много. Вот, ну, кушать можно. Такой был этот омлет, наверное, со сливками или с молоком взбитый. Такой очень, как сказать, мягкий, воздушный был. Вот. Ну, кушать можно. Эта колбаска неплохая была. Вот. Но я вообще в дороге могу и не кушать, я в лаунже кушаю. Но далее надо было попробовать. Вот этот сыр немножко солененький был. Вот соленоватый. Но так как овощи без соли, то как раз оно друг друга дополняло. Так себе. Так себе. Ну, это картошка вкусная была. Здесь вот эти макароны, салат из макарон, он такой противный был, этот салат. Он какой-то вообще безвкусный был. Вообще безвкусный был. А это что-то... Вот справа это колбаска или типа шашлык, не шашлык, кебаб или как сказать, смеленного мяса. Вот это очень вкусно было. Короче, еда, ну, такое.